Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 апреля, 6 утра. Я пошла проверять температуру в теплицах. Сегодня мы первый раз... Молодая рассада у меня оставалась в теплице без подогрева. И рассада в теплице в огороде тоже оставалась без подогрева. Так, сейчас я градусник посмотрю. Так. Ну, тут отсвечивает, ну, примерно 9 градусов. Нормальная температура для ночи. Это лучше, чем в комнатных условиях. 23 до 25. Я смотрю, они стоят бодренькие, все нормально. Пойду следующую теплицу проверять. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, вот сейчас плюс 8, снег у нас еще не везде растаял в огороде. И интересно... Я хожу вот в халате, ну, как без зимней одежды, кругом лежат сугробы, но на улице тепло. Зато погоду сегодня обещают пасмурную, смотрите, какое небо страшное. И сегодня обещают нам дождь. Но птички все равно поют. В 6 утра, конечно, растения еще спят. Надеюсь, им снятся сладкие сны про солнечную погоду, про добрую хозяйку. Сейчас я подойду к градуснику, посмотрю. Я сейчас ни пленки еще не поднимать не буду, ничего. Меня интересует просто температура. Температура почти такая же, как я вчера ушла вечером. Ну, около 10 где-то. Тут плохо видно, сумерки. Нормальная температура. Сейчас попробую посмотреть, залезть туда в тоннельчик, какая там температура. Ну, как я вчера и говорила, что в тоннеле температура больше, выше 10 градусов. Я еще, помните, говорила, завтра проверим мои предположения. Я говорила, 12 градусов будет. Прям вот ровно, почти столько и есть. Ну, 10, 11, 12, точно прям 12 градусов. Вот смотрите, без подогрева не было ни инфракрасных. Короче, ни верх, ни низ не работал. Все у меня здесь отключено было на ночь. 12 градусов вот в этих в их укрытиях. При плюс 7 ночной на улице. Все прекрасно. Сегодня ночью у нас будет примерно такая же теплая будущая. Погода, хотя и пасмурная на день, но плюс 13, так что сегодня еще одни сутки будет теплица стоять без подогрева, только на природном вот этом тепле, на солнышке. Ну, что за день накопится, ночью здесь будут они сохранять вот эти вот укрытия. Все, до свидания. Вот такой утренний обход, результаты первой ночи, и придомовая теплица хорошо так и хочется сказать, перезимовала, переночевала. И вот эти тоннели здесь, конечно, за счет того, что вот эти вот мои укрытия, маленькая тонкая нетканка и тонкая целлофанка, на 3 градуса больше, чем здесь воздух и чем воздух в придомовой. Все, до свидания.